17 августа в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска прошло вручение орденов мужества. В мероприятии приняли участие родные и близкие героев – младшего сержанта Иссы Абдурахманова и лейтенанта Амара Ильясова. Открыл встречу старший офицер Каспийской флотилии подполковник Эрзиман Абдурагимов. И хочу сказать слова благодарности за воспитание этих наших ребят. Они до конца, как истинные патриоты своей страны, как герои, выполнили свой долг, отдав свою жизнь. И сегодня тысячи наших ребят выполняют свой долг на примере наших вот погибших товарищей. И я знаю, в скором времени они победителями вернутся. Кроме того, в мероприятии принял участие заместитель главы города Гусейн Ункилов и военный комиссар Марат Пашаев. Он вручил награды семьям погибших бойцов. Наградить орденом мужества Абдурахманова Иссу Темирхановича, рядового, к сожалению, посмертно. Внесли весомый вклад в организацию мероприятия юнармейцы школы номер 6.